Всем привет, это Свинтомет, и мы продолжаем с вами свое путешествие по миру Ведьмака. Что ж, дамы и господа, в путь. Где моя красавица? Вот, моя платвич. Моя платва. Ну, подожди, платва, тут грибы. Грибы надо забрать. А вот теперь поехали. Надо сдать заказ. О, какая-то лень. Так, можем тут проехать. Держи. С дороги черные. Ну, тут можно уже и спешиться. Так, надеюсь, он дома. Привет. Дело сделано. В колодце поселился дух женщины, которую там убили. Я его прогнал. Только бы каждый непогребенный бедолага не начал вот так вот призраком являться. А то из-за этого поле битвы нам одни хлопоты будут. Да-да. Если что, имейте меня в виду на будущее. А пока что... Клара, Волькер, говорят тебе что-то эти имена? Не знаю таких. Хотя травница наша Тамира вспоминала как-то какую-то Клару. Может, о ней и речь? Ваша награда, мастер. Золото, что я для Любы в приданое собрал. Без вас бы она до свадьбы и не дожила. А так есть надежда. Я бы выбрал второе, но мы рисковали жизнью ради выполнения его задания, ради него. Так что наш труд достоин оплаты. Надо же, вот уж не думал получить когда-нибудь приданное. А я и подумать не мог, что оно ведьмаку достанется. Странные времена настали, правда? Жалко. Странные и печальные. Всего 20 крон. Гроши. Так, почти вы его получили. Так, ладно. Давайте посмотрим. Тут какая-то барышня. Так. Кто это тут забежал? Какой-то пацан. Что, прям тут будешь что ли дрыхнуть? Ну ты даешь, малой. Так, а ты у нас кто? Ну давайте в наглую возьмем. Все же больше, чем вот этот. Так, девчонка. Ладно. Все легли, кроме хозяина, дрыхнуть. Так, это куда нас направляет? Что тут у нас? Ага, тут пост. Так, а мне интересует травница. Так, давайте к заданиям. Основное нет. Так. Так. Вот, давайте игру с огнем. Надо кузнеца выручить. Так.
поудинца не стыдно, я мог справиться с ней с первого раза. Позорно сдох уже, как бы не сильно следил за здоровьем. И в итоге... Ну, если не против, так. Давайте смотрим на следы поджога. Так, улучшить оружие. Давайте попробуем. Так, на 14 минут улучшили. Жалко, не навсегда. Так, чутье, чутье. Пока что только растения. Ну, растения тоже нужна вещь. Так, давайте следы искать. Сечешь. Так, значит, где-то тут должно быть. Ага, вот следы. Следы сапог. Мужские, большого размера. Ну, давайте проследим. Так, ведут туда. Так. Идем по следу нашего таинственного поджигателя. Так, он прошел здесь. Так, спустился к воде. Так, а тут у нас сундучок. Возьмем. Что-то мы тут не рассмотрели. Он снял башмаки и вошел в воду. Видно, хотел запутать следы. Наверное. Но я уже видел продолжение его следов, поэтому... Давайте пройдем вот тут под мостом. И вот тут вот его сапоги. Что-то выскочило на него из камышей. Утопцы, но он сумел убежать. Так, готово. Ничего не выпало. Так, он ушел. Следы ведут обратно в деревню. Ну, давайте поищем этого. Так. Следы, следы. Так. Куда ж ты как пошел? Так. Ага, вот ты попался. Так, давайте сохранимся. Не вошла кровь. Но не сильно, рана была неглубокая. Ну и где след ты? След обрывается. Но я смогу узнать его по ране. По ране, говоришь? Так. Следы когтей утопца. Это должно быть он. Ну вот, привет. Поганая рана. Нарвался на утопца? А тебя ебет? Ого. Он не только поджигатель, но и мастер остроумного ответа. Ну пойдем, кузнец с тобой поговорить хочет.
С нелюдьми не разговаривают, потому как они ублюдки все. А краснолюды из них наихудшие. Жадные, как сороки. За золото все сделают. Мечи курют, которыми нам нильфы потом горло режут. Верно я говорю? Нет. Послушай, договоримся как человек с человеком. Ты меня не выдавай, а я тебе заплачу. Матушка у меня представилась недавно. Продал я ее инструменты. Кое-что уже потратил. Но что осталось, будет твое. Ну, по сути, он это сделал, потому что считал, что краснолюд наживается на том, что делает оружие за ниф, которыми выбивают северян. Ну и плюс он считал, что делает добро своим, раз у нильфов здесь не будет кузнеца, который чинил бы доспехи, делал оружие, значит, таким способом ослабил нильфов, по крайней мере, здесь. Поэтому пожег. Конечно, болван, идиот и пьяница, но сдавать его не думаю. Вдруг еще повесят за это, так что не будем его выдавать. Конечно, правильно было бы выдать, но не в это военное время. В военное время за такие штуки на кол, да и все, и дело с концом. Поэтому давай договоримся, если ты поклянешься, что перестанешь играть с огнем. Иначе я вернусь, и твои забавы кончатся слезами. Само собой, мастер-ведьмак. Матушкой клянусь, ваше золото и ваше здоровье на погибель нильфам и нелюдям. Так, вот он. Что, маг? В общем, краснолюду надо будет что-то сказать-то. Ну, еще у тебя оренчиков подберем. Ингредиентов для наших алхимических дел. Так, ну вернемся к нашему невезучему кузнецу. Тени по пути собирать надо. Лучше собрать уже сейчас, чем потом, как ужаленный, бегать в поисках нужного растения. Так, давайте поговорим с этим парнем. Ну, извини, друг. Не сумел я выследить твоего поджигателя. Прости. Досадно. Ну, может, черные его поймают. Может, хочешь что-нибудь купить? Я ж кое-какие инструменты все-таки вынес из огня. Наковальня тоже цела, мог бы тебе на ней что-нибудь выковать. Мне ж теперь каждый грош пригодится. Так, давайте посмотрим, что у нас тут с ремеслом. Так, что нам нужно? Проволока. Обрезки кожи. И шкура. Приветствую старого клиента. Чего тебе нужно на этот раз? Ну, давай посмотрим, что у тебя есть в наличии. Покажи, что у тебя есть на продажу. Так, у него есть то, что нам нужно. Так, что это? Шнурок? Нет, шнурок нам не нужен. Так, шкура. Шкура. Одна штука нам нужна. Обрезков нам нужно две штуки. Так, обрезки у нас есть? Нет, у нас обрезков нет. И проволока две штуки. Ну, вроде все, что нам нужно, у нас теперь в наличии имеется. Ну, новое седло, сумки. Это, конечно, хорошо. Так, подожди.
Лавка, что это вот у тебя тут? Так, броня. Так, это какая-то фигня. Ну, давайте так. 32, 38, 8, 8, 8, ясно. Ремесло. Так, хорошо. Так. Хорошо, хорошо, Кэп, спасибо. Так, ну давайте улучшим. Готово. Улучшили свою. Так, что это у нас? Так, и что это за фигня? Продадим. Лавка. Так, это ничего продать не можем. А вот тут. Так. Ну, похоже, раз не ему. Так. То у нас 30 получилось. Доспех. Сопротивление. А что это вот за предмет? Магический предмет? А что это? Обороняет, понятно. Ну что это? Сапоги. А, штаны. Штаны. Так, штаны. Это что у нас? Так, ну вот это самое хорошее. Стоит оно. Так, ну давайте приобретем. Так, теперь к ремеслу вернемся. Ой, какая-то фигня. Конечно, броня лучше. Но хуже, хуже, хуже. Ну ладно, посмотрели хотя бы. Бывай здоров. Бывай. Так, что у нас со штанами? Ага, штаны у нас 5. А там 8. Ну, можно и купить. Приветствую старого клиента. Чего тебе нужно на этот раз? Ну... Покажи, что у тебя есть на продажу. Так, штаны. Ремесло. Так, и где штаны? Вот штаны. Так. О. Сопротивление рубящим -3. Бывай. Ну, пока не будем спешить делать. Да, сопротивление рубящим тут неплохое. Ну, так, приобрели, Иван. Что у нас теперь по заданиям? Ну, наверняка снова посылают по основному. Но у нас тут еще есть невыполненное задание. Так,
Без вести пропавший. Вот, вот это вот мы выполним. А без вести пропавший у нас здесь. Следует искать. Значит, в обратный ход. Интересно, а где их нет травницы? Живет. Так, зайдем. Ну, так, сколько у нас денег? О, не уздари. Да мы потратились. Ну ладно, тогда не заходим. Тогда где мы? Верный красавчик. Привет, плотва. Точнее, красавица. Ну что ж, отправляемся. Ты слышал о бригаде в Рифе? Такие, как ты, там служили. Не торопись. Подожди, подичка, тут много трав. Надо собрать. Возвращаться. Путь. Вперед, плотва! Так, тут мы уже бывали, скакали здесь. Немного вернемся. Даже на минималках эта игра производит такое впечатление, просто бомбезно. Так. Плотва, не так быстро! Так. Ну, нам сюда. Кстати, тут уже бывали. Так, тут на берегу. Эти твари. Хватит скулить, гусар. Поищем хозяина позже, когда будет безопасно. Так. Это кто говорил? Ага, это ты говорил. Давайте с ним поболтаем. И часто ты разговариваешь со своей собакой? Это не моя собака. А моего брата Бастина. Хотя, теперь уже, наверное, моя. Понимаешь, Бастин бился с черными. Здесь неподалеку большое сражение было. И с тех пор от него никаких вестей. Говорил я ему, сделай как я. Отрежь себе палец или два. Тебя и не заберут. А он побоялся. Вот холера. На твоем месте я бы осмотрелся на поле битвы. Был я там. Море трупов и трупоедов. Слышал я когда-то, что они боятся огня. Так попробовал разогнать их факелом. Ни хрена, скажу я тебе. Если бы не гусар, они бы меня живьем сожрали. Послушай-ка,
Я так понимаю, ты эти мечи не для парада носишь? Защити меня от гулей. И помоги найти Бастина. А я тебе хорошо заплачу. Ну, давайте. Хорошо, я тебе помогу. Только после битвы прошло уже несколько дней, так что шансы, что мы найдем твоего брата живым, малы. Очень малы. Кто бы сомневался. Я хочу хоть тело забрать, чтобы Бастин не гнил под открытым небом вместе с нильфами. Встретимся на пригорке, рядом с полем. А дальше пойдем вместе. Так, хорошо, сохранимся. Так. Так, надо заглянуть в инвентарь. В раздел химии. Так, бомбы, масла. Трупоеды. Так, это у нас есть. А вот таких цветочков у нас нету. Так. Куда это у нас? Ага, туда. Ну, давайте сначала посмотрим. Ну, то есть не посмотрим. А вот попробуем разобраться вот. С этими вот трупоедами. Так, к ним как-то спуститься могу? Нормально. Не падая с обрыва. Ну, давайте так. Ладно. Ну, поехали. Так, сокровище кто-то выкапывал. Так, что-то у нас клинок. И чертежи. И рецепты. Так, сапожки. Чертеж и рецепт. Так, хорошо. Так, это можно было взорвать. Так, с утопцем надо бы забрать. Так, рядом с нашей красавицей какой-то тварь ошивается. Мне показалось. Садимся в седло и вперед. Но пошла. Хотя не спеши. Давайте сюда еще завернем.
раз отмечено. Так, а в домике у нас кто-то живет? Или пусто тут? Так, впереди там кто-то есть. Кого-то слышу. Труп человека. Ладно, раз там кто-то есть. Есть. Ну давайте вылазьте, твари. Притаились. Так. Ага, волчар. Тут меня какие твари поджидают. Как же со взорва забраться? Давайте рискнем. Не, это высоко слишком. Так, как это лучше обойти? На, это объезжать надо. Мы как раз ехали. Ладно, тут поблизости есть другое место, которое тоже интересно нам будет посетить на пути. Так, сундучок. Неплохо. Так, какой-то человек стоит. Кстати, заглянем в инвентарь. Что это у нас? Так. Стальное оружие. Мощь квен плюс шанс критического удара. Повреждение. Сильнее, но стоит дороже. И можно усовершенствовать. Так, хорошо. Что с перчаточками? Так, ну, у нас сопротивляемость стихии, а тут... Ну, не то чтобы хорошо совсем. Сапожки получше будут. Что еще такого раздобыли? Алкоголь, ингредиенты. Так.
Орины, Орины. Так, ну, ясно. Интересно. Так, это засада. Дезертирчики. Ладно, с вами. Вот это выберем. Вот сука! Вот же зараза. Убью. Не отпускай его! Ну, иди сюда, зараза. С этими ребятками мы разобрались, забрали их недобро. Так, тут еще у них какой-то сундучок имеется, но похоже пустой. Ну ладно. Так, а что во враге? О, во враге что-то полезное есть. Так. Во врага. Вроде какие-то звери есть. Сохранимся. Так. Пчелы у нас тут. Лучше пробежать. Так, растения. Да и все, что здесь есть, я-то рассчитывал. Так, а чем мы не можем вот это вот глотать? Так. Ну, более-менее. Неплохо. О, рассвет. Так, пчелы, идите нафиг. Так, где там оказались? Ну, немножко в другом месте. Так. Призовем нашу красавицу. Грибы. Привет, плотичка. Поехали отсюда. Но! Не торопись. Так. Какие-то ребята. Ладно, мы вообще-то не в ту сторону поехали. Нам сюда. Да чего же в игре обалденно. Природа. Все, что нас тут окружает. Так. Ладно. Растенечко соберем. Мне вот эти вот яркие растения понравились. Да вроде ничего.
Но. Нет. Ловко он заскочил. Так. Красотень-то какая. Лепота. Так, а не у этого ли дерева мы? Да, у этого. Так, и тут есть твари. Трупоеды, наверное. Так. Но тут я не нашел одну вещь. Должна лежать где-то вот здесь. Ну ладно, фиг с ней. Так, ну а сюда. Может, все-таки найду? Нет, не видно. Сохранимся. Вон там внизу стайка трупоедов. Так, сменим на игний. Ну, пошлите, поздороваемся с этими ребятками. Так, два. Может, лучше обойдем. Так, гнездо чудовищ. Так, нет. Гнездо чудовищ еще рановато нам. С вами у нас. Так, давайте посмотрим. У нас. Так, алхимия. Мне нужно, наверное, понадобится картечь. У нас ни того, ни другого, в общем. Пока туда рано нам суваться. Так что давайте бежать уже до этого парня, он нас заждался. Хорошо, что ты пришел. Бастин, его тело должно быть где-то здесь. Точно так же, как тела сотен других. Ты что, собираешься осматривать все трупы подряд? Времени это займет прилично. Успокойся. Все ребята, которых призвали из Белого Сада, нарисовали у себя на щитах маленький цветочек, чтобы в битве видеть друг друга издалека. Их было немного, так что по этому знаку мы быстро найдем весь отряд. Не обижайся, но случается, что в битве солдаты бросают щиты, особенно когда проигрывают. Одного щита тоже хватит. Тогда гусар учует след и поведет нас. Ну, пойдем. Чем быстрее с этим разберемся, тем лучше. Так, пойдем. Так. Так, поле брани. Лучше достать... Столько трупов. Война только началась. Так. Вот только посмотрите на то. Мясорубку. Так. Выпьем водички.
Давайте искать. Не этот ли щит мы ищем? Да вроде нет. Сколько тел? Извините, ребята. Так, трупоеда. Поет. Так, воин, успокойся. Так, возвращаемся, ищем. Так, мы только что находили. Нас сбили, блин. Со следа. Тут еще вон двое. Ладно, давайте разберемся с этим. Готово. Так. Вот какой-то щит. Это он? Нет. Это сын соседей. Так, давайте искать дальше. Ну так что, гусар? Чуешь хозяина? Так, ищем этого парня. Так, вот от этого, кажется, щита нас отвлекли. Нет, не от этого. Может, тут где-то? Я чего-то не вижу. Эту область указывают. Но мы ее вроде всю же... Ага, нет, не всю. Вот, еще два щита я вижу. Это он? Нет, не похож. Так, вот еще один щит я вижу. Ну так что, гусар? Чуешь хозяина? Кожа вся сожжена. Я знаю, что сложно сказать, но... Может, это он? Я... Бастин был здоровый парень. Широкий в плечах, а этот вроде поменьше. Но может, это из-за огня? Может. Он его учуял. Не лучшее сейчас время языком трепать. Давай сделаем, что нужно, и пошли отсюда. Так... Он уже далеко. Да,
Где этот пес? Так, нашел. Это еще ничего. Поручик сказал нам ходить в сортир по команде. Нас из баллисты обстреливают, а он все. Солдат с полным желудком в битву идти не может. Будете сидеть, пока не высидите. Представляешь, болван. Хе-хе-хе, прекрати! Ребра у меня болят, когда смеюсь. Надо наложить давящую повязку, но это позже. После того, как ты объяснишь, что здесь происходит. Бастиан! Он тебя взял в плен, этот нильфгардец? Нет. Он мне жизнь спас. Меня ранили в бок, потом по башке ударили так, что у меня зрение отшибло. Россон наткнулся на меня, когда полз через поле. Он лодыжку вывихнул. Вот так слепой вел хромого, пока мы не нашли эту хату. Заберу тебя домой. Надо заняться твоими ранами. Я Россона не брошу. Один он тут пропадет. А к своим уйти он не может. Он же дезертир, его тут же вздернут. А если его у нас найдут? Тогда повесят всех вместе с моей лисье. И речи быть не может. Черный останется здесь. Да, это рискованно, уж извините, но он хороший парень. Ну да, я вот могу сейчас посоветовать, если бы не черный Бастиан, вы уже не было. Это так. Но последствия, может быть, этого, что их всех в итоге, всех троих вздернут. Пусть выживут. Твой брат прав. Нильфгардцы не знают жалости, для них важен только закон. Он очень жесток к тем, кто укрывает дезертиров. Россон, я буду приносить сюда еду и приведу травницу. Вот увидишь, неделя другая и... Идите уже! Спасибо, ведьмак. Вот твоя награда. Да хранят тебя боги. Так, ну извини, парень. Я не хотел. Ну, бывайте здоровы. А я знаю, Кэп, знаю. Ну, ты меня и напугал. Так. Поедем мы. Так. Ох-ох-ой, сюда интересно сходить, и сюда интересно сходить. Ну, давайте сюда сходим. Тут у нас логово чудовищ. А, давайте сюда сходим, проверим, что там, а если что, вернемся. Я уж думал, придется положить тебя на погонку на... Какой дорогой лучше пойти? Я вообще-то хотел сюда пойти. А меня почему-то развернуло. Ладно. Бывает. Платвичка. Иди сюда, моя красавица. Повези неразумного своего хозяина в ту сторону, которую он хотел. Но почему-то пошел в совершенно другом направлении.
Так. Вижу твари. Ну, давайте повоюем. Сколько их тут? Трое. Уходим. Лесами, огородами уходим. Так, восстанавливаем здоровье. И добиваем тварь. Всего-то одна штука осталась. Рискованно было. Ну, справились. Так. Это их не гнездо. А у нас бомбы нет. А, давайте по-быстрому. Так, вы получили очко. Хорошо. Гнездо гулей, надо его уничтожить. Надо, брат, но у нас пока нечем. Поэтому уходим. Так, сохранимся. Но! На карте как-то отметилось? Отметилось, хорошо. Гнездо гуличей. И ладно, так, сюда. Будем объезжать. Так. Так, объехать. Давай и так. Придержи. Так не получится. Ладно. Спуститься тут не получится. Давайте сюда тогда. Лотва не так быстро. Так, если вдоль. Так. Отдохни. Так, если так. Ни черта не получается. Придется объезжать. Ладно, давайте так. Срезать не получится никак.
Не, конечно, можно использовать быстрое перемещение, но я не приветствую подобные вещи. Так, эта дорога куда нас выведет? Обратно. Нам обратно не нужно. Поэтому... Какого... Чего вы испугались-то? Вперед, плотва! Ладно, поехали. Тут странные люди. Это странно реагирующие на нас. Придержи. Так, умение. Так, получив определенное число очков опыта, герой получает следующий уровень. Так. Так, можем потратить, да? Что у нас тут? Магия, алхимия. Так, увеличить максимальный уровень запаса. Ну давайте вот это вот что ли. Нет. Нельзя. Интересно, почему нельзя? Так. Ну тогда из-за этого что-нибудь. Быстрый удар, мощный удар. Ну, давайте быстрый удар. Так, да, я хочу его. Вот так вот. Шевелись, плотва! Что нас тут ждет? Что за оказия? Ага, под мостом. Ладно. Так, ладно, с другой стороны надо скоро спуститься. Так, а тут уже не подняться. Ладно, сам виноват. И тут не подняться. Подняться. Мы вернемся на мост. Так, ясно. Так, зачем мы? Всплывай, Геральт, всплывай. Плавать ни к чему. Забираем. Так, похоже, мы тут не все забрали.
Вроде все. Так, тут все забрали. Ладно. Теперь нам сюда. Все. Так. Давайте сохранимся. И посмотрим. Сначала подлечимся немножко. Так, лечимся. Сохраняемся. Подохни! Так. Пришли ему продохнуть! Шкуру с тебя спустим. Мимо. Так, ладно. Пробуем еще раз. Так, ладно, не получилось. Да что ж так не прет. Ну давай! Полезли! Не давай ему продохнуть! Ах ты, ведьми, ё-мо! Твою маму, а? Ну, хоть можем немножко подлечиться. А то нас чуть снова не зарубили.
тебя спустим. Вот так вот. Дезертир, я так подозреваю. Так, что у вас тут? Что-нибудь еще полезное есть? Да вроде нету. Так, что у нас здесь? Так, протокол допроса. Чертеж, стальной меч, школа змеи. Так. Задание какое-то новое. Схлопотали. Что в сундучках? Орины. Так. Так, стоп, записка. Так, что у нас там за задание? Так, задание. Так, что так? Прочитать протокол. Найти все чертежи змеи. Хорошо. Протокол. Так, где ты? Наверное, тут. Так, протокольчик. Так, вот мы нашли себе новое приключение на задницу, новый квест. Ну, а пока, думаю, на этом сегодняшнюю серию завершим и продолжим свое путешествие дальше. В следующей серии. А пока что ставьте лайки, дизлайки. Делитесь своими впечатлениями, подписывайтесь, комментируйте и не забудьте рассказать своим друзьям. Если вам не интересно, то может вашим друзьям будет интересно мое видео. А пока на этом все. Спасибо, что смотрели. С вами был Свинтовиц. Всего хорошего. Пока-пока-пока.